Добрый день, меня зовут Александр, менеджер компании «Активный отдых». В нашу компанию снова поступили очень популярные снегоходы отечественного производства «Ирбис» «Тунгус 500». Данные снегоходы комплектуются мотором «Лончин» 460 кубов, 20 лошадиных сил. Мотор с балансировочным валом, что довольно-таки позитивно сказывается на поездке, так как вибрации у мотора практически минимальные. Длина снегохода 2,9 метров, это достаточно компактный снегоход. С таким мотором снегоход развивает скорость до 40 км в час. У снегохода в базе подогрев ручек, кикстартер, запуск также с электростартера, в комплекте аккумулятор Дельта на 14 ампер. Приборная панель достаточно информативная. Небольшой бардачок, перчаточки можно положить. Также есть прикуриватель. У снегохода хорошая магнита на 18 ампер. То есть аккумулятор спокойно, хорошо заряжает. Дальше. Вариатор с реверсом, то есть скорость вперед, нейтралка и реверс назад. Очень много, как говорится, смотровых ревизионных окон, то есть можно без разбора снегохода ко всему подобраться. Установлена светодиодная лампа, что довольно-таки хорошо сказывается на энергоэффективности. Рычажная подвеска. То есть снегоход должен быть комфортен. Переместимся к задней части снегохода. Установлена гусеница композит длиной 333 мм, шириной 500 мм, то есть, грубо говоря, полметра. Зацеп 19 см. Подвеска катково-слизовая, довольно-таки легкая, эргономичная для езды по хорошему снегу. Мозговичок неплохой, задняя площадочка, можно поставить кофр, сумку, хоть канистры, хоть что, фаркоп, можно таскать за собой сани. Подножки очень хорошо изготовлены, с большими перфорациями, ну и также с зацепами, что минимизирует завиванием снега. Снегоход в наличии, приходите в магазин, приобретайте. Возможно, рассрочка до 12 месяцев.